Всех приветствую, с вами Неллис. Если вы хотите быстро получить ачивку за 100 тысяч прыжков, то вы зашли туда, куда нужно. Ведь сейчас я вам покажу и расскажу, как можно багом, без сторонних софтов и программ, накрутить себе прыжки за пару минут. Погнали! Но для начала реклама. Ребят, советую подписаться на канал Юзлеса. Этого парня я уже довольно давно знаю, у него реально неплохой контент. Так что после видео обязательно зайдите и посмотрите его пару видосиков, возможно, вам понравится. Для тех, кто не в курсе, в игре есть счетчик прыжков. И когда в нем набирается какая-то круглая сумма, то за это можно получить ачивки, которые вы сейчас видите. Конечно, возможно, большинство уже довольно давно играют в Geometry Dash, и у них эти достижения открыты. Но я думаю, вам все равно будет интересно, как эти иконки можно получить примерно за 10 минут. Ну и давайте я продемонстрирую, как же это сделать. Для начала, как бы это банально ни звучало, мы просто заходим в редактор и создаем уровень. После этого сразу ставим минимальную скорость и дуал режим. Это мы включили для того, чтобы с одного прыжка засчитывалось, как будто мы прыгнули два раза. Дальше мы просто листаем вперед и ставим блок. Это нужно делать обязательно, потому что без этого левел будет длиться примерно 5 секунд. Ну а с этой фишкой уровень можно будет продлить на минуту или даже больше. Все зависит только от вас. Кстати, максимальная длина уровня с маленькой скоростью 8 минут. Именно поэтому мы за раз никак не сможем нафармить 100 тысяч прыжков. Но после этого листаем обратно и ставим над кубиком любой блок. Заходим в эту вкладку и берем специальный объект под названием H и ставим его под нашим блоком. Дальше копируем и переворачиваем эти два объекта. Располагаем так, чтобы верхний куб врезался при прыжке. Добавляем все эти блоки в свободную группу. После этого ставим move trigger и в нем настраиваем нашу группу, время перемещения и обязательно ставим галочку на look to player X. Это мы делаем для того, чтобы объекты, добавленные в группу, следовали за игроком по координатам X. Ну и дальше, когда мы все доделали, мы спокойно начинаем проходить уровень. Единственный минус, что все это время нужно держать пробел. Но я думаю, это не проблема, ведь в это время вы можете посмотреть мое другое видео. Там, где я буду рассказывать про какие-то новости об этой игре. Кстати, о новостях. Совсем недавно Мичиган и Шеги куда-то пропали из глобального топа. Судя по всему, их взломали, потому что я проверил их твиттер, и они ничего не написали об уходе из игры. Именно поэтому у меня появились такие догадки. Произошло это именно тогда, когда Шеги почти занял первую позицию в мировом топе, и если их все-таки взломали, то остается надеяться, что хакеры не обнуляют их профили и статистику. В общем, на этом все. Приходите на стрим вечером в воскресенье, потому что я там буду общаться с вами в прямом эфире и проходить некоторые уровни. Также не забывайте посещать мою страницу ВКонтакте. Ладно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, это мне очень поможет в продвижении канала. С вами был Неллис, всем пока.